Всем привет из Алании. Четверг, мы в Тосморе на рынке. Сейчас я вам покажу, что я вам купил. То есть не вам, а себе. Покажу, что купил, а потом будет видео с рынка. Расскажу вам о всех ценах. И вот нашел такое замечательное место. Солнышко меня освещает, тут столик. И я вам сейчас покажу, что я купил. Значит, всего у меня было 21 или 22 лиры, поэтому считать легко. Сразу могу сказать, что это все на 21 или на 22 лиры. Переводите ваши денежные единицы в описании, примерные курсы. Значит, смотрите, что я купил. Помидоры такие вот розовенькие, по 4 лиры кило, здесь на 10 лир 2,5 кило, даже чуть больше. Вот такой вот замечательный пучок зеленого лучка, он стоит 1 лира, 1 лира, такой вот лучок классный, большой. Дальше, друзья, здесь кило мушмулы за 3 лиры, шикарно, я выбирал хорошую по 3 лиры, она как я ее покупал, видите видео, когда будет выйдет с рынка. Сегодня выйдет видео с рынка, которое еще не работает, эти, конечно же, стадиончики все, выйдет видео с рынка, а в пятницу к обеду, наверное, выйдет видео, где я покажу вам отели недалеко от Азии, от Кайла я сейчас нахожусь. Итак, продолжаем. Значит, это мушмула. Кило у нас даже больше. Здесь тоже 3 лиры. Дальше, друзья, абрикос. Абрикос, как я его покупал, тоже сможете видео увидеть. Абрикос просто шикарный. Из Мерсина, как мне сказали. Здесь в Алании, конечно же, абрикосы не растут. И в Анталии. Вот, из Мерсина. И вот этих вот мне две штучки дали попробовать. Я, честно, не знаю, как их едят. Может, их готовят как гарнир. Но так их точно не едят, потому что они твердые. А может, и едят, я ж не знаю точно. Вот, абрикосы просто шикарные. Могу вам показать, как я выгляжу. Я уже зарос, как, я не знаю, Иван Сусанин какой-то. Вот этот в этом наморднике очень сложно ходить. Сейчас вот по рынку в нем ходил, конечно. Так вот я выгляжу. Сейчас подстригаться не знаю, когда буду пока что. Итак, абрикосы здесь полкило на 5 лир, но он мне больше положил, потому что знакомый наш. И две руколы шикарные, большие бочки руколы по 1 лире. Сейчас можно быстренько посчитать. 2, 3, 5, 10, 11. Да, 21 лира, 21 лира у меня была, получается. Вот она, 21 лира. Вот она вся. Вот она вся моя покупка, друзья. Напоминаю, что видео будет отдельно с рынка, не пропустите. Всем привет из Алании, позитива, всем добра. Время сейчас где-то около уже 6 часов, солнышко светит, там Кайла у нас отель. Ну, я думаю, вы эти поля узнаете, кто отдыхал в этих местах. А там у нас рынок в Тосморе, который. С него я пришел. Все, пакуюсь, иду домой. Спасибо всем за внимание. Абрикоски должны быть вкусные и сладкие. Еще не пробовал, дома мыть, конечно, буду. Все, пока, всем привет из Алании.